милости Твоей, молим Тебя, услыши помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих, всех за веру Христову пострадавших, убиенных от глада ран и хлада, в темницах и узах скончавшихся, новомучеников и исповедников российских, их же имена Ты сам веси, Господи, и о еже проститеся им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Когда Господь Бог учинит души их, и где же праведнее упокояются? Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов их у Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего, просим. Смерть и снег поправ, несущего.